О, кажется, я вижу мясо. Сегодня мы пообедаем свининой, я и мои динозаврики. А ну, верные мои друзья, взять их и пошлите домой. Пошлите домой. О, нет, что вы делаете? Оставьте моих свинок в покое. Вот скелет плохой. О, нет. Ай-яй-яй. Что случилось? Ой, ты не поверишь. Пришел скелет со своими динозаврами и забрал у нас свинок. Теперь у нас нету свинок. Что будем делать? О, нет, надо спасать их. Да, брат, давай спасем. Вперед. Гуляем. Так, нам надо найти срочно свинок. О, стой. Я вижу. Эй, зайчик, ты зайчик или кролик? Крош. Ты я? Крош? Да. Это твое имя такое? Угу. А ты зайчик или кролик? Кролик. Кролик Крош. А ты не видел динозавров тут? Два таких гадких динозавра, скелет, и они у нас украли свинок. Mm-mm. Нет? Нет. Этот кролик Крош говорит, что он не видел наших свинок. Дай ему морковку. Морковку дать? Угу. А как насчет морковки? Если я тебе дам морковку, ты нам расскажешь, где скелет? Да, да. Ну на, держи. Ну, говори, где скелет? Куда он пошел? Вот это. В ту сторону? Да. Ну, спасибо. Хорошо, пока. Какой-то странный этот кролик. Очень жадный на ту морковку. О, смотри. Крошик идет. Привет, Крош. Я не Крош. Я Шорк. Шорк? Угу. Я думал, что это Крош очень похожий. Еще один кролик попался. Тоже, наверное, сейчас какую-то морковку заходит. Эй. Шорк. Да. Ты случайно не видел, тот скелет проходил вместе с двумя плохими динозаврами и нашими свинками? Нет. Не видел. Он говорит, что не видел. Наверное, этот кролик тоже хочет морковку. Ты что, морковку хочешь? Угу. А может, лопатой по ушам хочешь? Нет. А ну быстро говори, где. Вот это. Там. Вот так бы и сразу сказал нам. Вот всем им нужны морковки. Посмотри на них, на этих кроликов. Помогите! Что случилось, зайчик? Там плохой цветок. Там хочет есть лягушку. Ах так, а ну покажи, где он? Эй, цветочек. А ну отпусти лягушку. Бегом. Ай! Он и меня схватил. Отпусти! 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 Бегом отпусти моего брата. Ты что делаешь? Я хочу просто кушать. Отпусти лягушку бегом. Фу, она все равно была невкусная. Лягушка, беги дальше играться себе. Прик-прик-прик-прик. Цветочек, не кушай никаких лягушек и зайчиков. Кушай морковку и капусту. Понял? Хорошо. Кролик, зайчик или кролик ты? Скажи кролик. Нам. Кролик. Кролик, мы спасли твоего друга лягушку. А можешь нам помочь? Да. Скажи, пожалуйста, ты видел тут скелета с двумя плохими динозаврами, который забрал у нас свинок? Да. Ты видел, куда он пошел? Да, туда. Спасибо. Пока. Вы куда? Что случилось? Там бегут динозавры. Что будем делать? Спячем. Давай сюда за бревно. Слазь с лошади. Топ-т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 оп.
Кажется, эти динозавры пробежали уже. Фух, наконец-то! Смотрите, это тот же динозаврик, что был с тем скелетом, который украли наших свинок. Ого, что будем делать? Надо его пристрелить. Не-не-не, надо проследить за ним, куда он идет. Очень интересно. Надо обсудить эту тему. Эй, у нас есть косточка. Давай ему дадим косточку покушать. Заманиваю его к себе. Может, он расскажет нам про свинок? Дай косточку ему. Дай косточку динозавру. Эй, стой, стой, я хочу у тебя что-то спросить. Не успели. Этот жадина забрал и все съел. Даже не успел нам ничего сказать. Привет! Привет! Что случилось? У нас маленький динозаврик, нам надо его догнать очень срочно. Он туда побежал, немного времени рассказывает, он очень плохой. Догони его, пожалуйста, он туда. Спасибо. Давай, догоняй. Стой. Кажется, у меня болит голова. Куда он делся, этот маленький динозаврик? А вот ты. А ну стой. Иди сюда. Иди сюда, буду стрелять буду. Сюда иди. Сюда. Сюда. Ты смотри, что ты наделал. Я из-за тебя машину перевернул. Что будем делать теперь? Как мне вернуться к своим друзьям? Стой. Стой тут. И никуда не шевелись. Буду стрелять. Понял? Сейчас я починю свою машину, и мы поедем. Только никуда не уходи. Кепочка. Садись в машину и поедем. Привет, я принес динозавры. Да, и где же он? Покажи нам динозавра. Давай его сюда. Ах ты маленький такой, смотри, убегает. Съел у нас косточку и убежал. Иди сюда. Вот этот маленький динозавр был вместе с тем скелетом, который украл у нас свинок. Что будем с ним делать? А что у вас вообще случилось? Просто, понимаешь, у нас с братом есть ферма. Там живут свинки. А вот этот маленький динозавр... Не бей меня, не бей! Забрал свинок вместе с скелетом. И увел у нас их. И теперь мы их ищем. Хотим найти. И теперь хотим у этого маленького динозаврика спросить. Где наши свинки? Скажешь нам где? Хорошо, я отведу вас туда. Хорошо. Ну, ребята, пока. Скоро увидимся. Пока. Так. Ты, маленький динозаврик, посидишь здесь. Ты будешь показывать нам дорогу, куда нам ехать. Ты приведешь нас к нашим свинкам. Понял? Ну что, брат, нам бы быстрее найти наших свинок. Так, динозавр, а ну быстро вылазь с той лошади и иди показывай нам дорогу. За мной. Помогите, помогите. Эй, смотри, брат, кто там? Что случилось? Тофили, папа, и тюрьму. В тюрьму? Покажите нам дорогу, пожалуйста. Мы их спасем, поможем вам.
Ха-ха-ха. Кажется, про меня забыли. Ха-ха. Теперь я могу убежать. Смотрите, мы пришли. Там живые и храняет большой динозавр. А вот он, наши свинки. Смотри, а вон тот скелет, который украл у нас свинок. О-о! Мы пришли сюда! Да, мы пришли забрать своих свинок. Отдавай нам их бегом! Не отдам! Как это не отдашь? Тогда ты сейчас получишь у нас, плохой динозавр! Но я покажу! Ого, а это кто? Такого мы не ожидали! О-о, тут мы не справимся! Переживайте, мы пришли к вам на помощь. Получай, динозавр. Пиу, 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 пиу. Я тоже помогу. Пиу, 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 пиу. Прощай, динозавр. О, нет. Кажется, мне пора сматываться. Пусть бежит. Туда ему дорога. А мы спасем животных. Спасибо, друзья, что спасли. Выходи. Хоп. Да, моя шапочка. Упала шапочка. Выходите, животные. А вот и наши свинки. Наконец-то. Вон они. Все, свинки. Идите домой. Мы вас спасли.